Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Восставший из ада. Приговор. Два брата-детектива, Шон и Дэвид Картеры, пытаются расследовать серию жесточайших убийств, принадлежащих рукам маньяка по кличке Персептор. Они изучают дело очень давно, но пока им не удается найти хоть какую-то зацепку. На помощь мужчинам присылают молодую специалистку-криминалистку Кристин. Постепенно они начинают распутывать загадочные убийства и понимают, что клюнули вовсе не на ту наживку. Где-то совсем рядом с главными героями вершит свой кровавый суд Пинхед с помощниками. Следователи попадают прямо в их логово. События фильма разворачиваются в двух мирах. В реальности детективы пытаются расследовать убийства нехороших людей. А в загробном мире Пинхед с компанией творят свое правосудие над другими плохими людьми. Когда в их руки попадает один из детективов, никто не сможет предсказать развязку. Прочь. Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь. Сайлент Хилл. Молодая мать, отчаявшись найти лекарство от таинственного заболевания своей дочери Шэрон, отказывается отдать ее в психиатрическую лечебницу. Вместе с Шэрон она отправляется в Сайлент Хилл, город, название которого ее дочь постоянно твердит во сне. Несмотря на сопротивление мужа, Роуз убеждена, что найдет там ответы, в которых так нуждается. Но когда они подъезжают к заброшенному городу, на дороге появляется таинственная фигура, Роуз резко тормозит, и машина попадает в аварию. Пункт назначения. Алекс летит развлекаться со всем классом в Париж на 10 дней. Отец говорит, что детство кончилось. В аэропорту он узнает, что время вылета совпадает с его днем рождения. Потом, повинуясь плохому предчувствию, Алекс покидает самолет вместе с еще 7 людьми. И тут взрывается их самолет. Но позже оставшиеся в живых пассажиры гибнут один за другим. И Алекс понимает, смерть не обманешь. Это только отсрочка.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!